Так, мне кажется, я подсветочку нашла получше. И могу вам показать эту прелесть покрупнее. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 28 февраля 2022 года. Нашим ежатам исполнилась одна неделька. Они колюченькие, как кактусы. Они вот такие вот милашечки. У них вот такие замечательные пяточки кожаные. Они уже умеют прятаться, как вы видите, в шарик сворачиваться и фырчать. У него маленький миленький ротик там. Ежата еще слепые и глухие. Ежики сосут у мамы молочко. Я очень хотела показать вам такой момент, но дело в том, что как только я пытаюсь хотя бы издалека поснимать на видео нашу Дашу, она начинает охранять малышей, подпрыгивать и всячески закрывать деток собой. Вот, я у нее украла одного ребеночка, он лежал просто с краешку, потому что, если честно, Даша настолько агрессивно бросается на мои руки, что есть такое вот ощущение, что она меня просто сейчас укусит. Ой, какие ножки, ой, какие ножки, Господи ты, Боже мой, это чудо чудное, ты посмотришь, какой ты прелестюшенька. Ой, ребята, я в таком вообще восторге. Я такую прелесть никогда не видела. У него там махонький ротичка. Ой, такой сладкий. Ой. Господи, ножки кожаные у него. Ручки кожаные у него. И все малыши, похоже, прокрашиваются, как Вася папа. Все в папу пошли у нас. Шаричек тепленький, даже через колючки ощущается тепло его тела. Живут они у меня под пледиком с мамочкой. Да, сладкие масики, чмяк-чмяк они там. Носики уже темненькие стали, как у папы. Мама у нас окрас априкот, это светло-рыженький такой. Ой, какой пупусечка. Давайте вернем его мамочке. Я их нафоткала, наснимала для Инстаграма. У меня очень даже неплохо получилось. И я вам покажу их чуть попозже, когда они еще подрастут. Их надо будет приучать к рукам. Их надо будет брать на ручки, чтобы они были ласковыми и добрыми, как их папа Вася, с которым вот так вот можно брать его на руки и делать просто все, что угодно. И Васенька ничего против этого не имеет. Не кусается, не прячется, не сворачивается в комочек. И для того, чтобы детки были такие же ласковые, надо их вот в определенном возрасте начинать уже приучать к рукам. Вернем ребеночка к маме. Чуть позже, когда они подрастут, мы будем рассматривать, какие они, кто у нас мальчики, кто у нас девочки по половым признакам. И если вам интересно, оставайтесь с нами, дорогие друзья. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!